Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такого красивого гусенка. Он связанный из пряжи джинс. Его размер 17 сантиметров вместе с лапками. Так как лапки не наполнялись, то они вот сгинаются. Мягкие, можно и так посадить гусенка. Вот такой. Пряжа вот у меня двух цветов. Одна белая, это 01 номер. И оранжевая 61 номер. Вязать я буду крючком номер 2. И также понадобятся глазки. 8 миллиметров на безопасном креплении. И наполнитель. Начнем вязать с белой пряжи. Будем вязать голову, шею и туловище. Это все цельная одна деталь. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков с накидом. 1 воздушная и 6 столбиков. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Это у нас первый ряд. Переходим к вязанию второго ряда. Во втором ряду в каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот таким образом вяжем до конца ряда, и во втором ряду у нас получится 12 столбиков. Перешли к третьему ряду. В третьем ряду провязываем 1 столбик, а во второй прибавление 1, и сюда же провязываем 2. Одеваем маркер, чтобы не запутаться, и снова повторяем 1 столбик. В следующий 2. Всего по кругу у нас таких 6 прибавлений. В третьем ряду получается 18 столбиков. Четвертый ряд. В четвертом ряду вяжем 1 столбик, 2 столбик, а в третий прибавление 1 и 2. Итак, чередуем до конца ряда. Всего таких прибавлений будет 6, и в конце четвертого ряда получится 24 столбика. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, оденем маркер, 3, а в четвертый прибавление 1 и провязываем второй. Итак, вяжем до конца ряда, в каждый четвертый столбик провязываем по прибавлению. В пятом ряду будет 30 столбиков. В шестом ряду провязываем без изменений 30 столбиков. Итак, вяжем до конца ряда. Седьмой ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, в пятое прибавление 1 и 2. Таких прибавлений по кругу у нас будет 6, и в седьмом ряду получится 36 рядов. В восьмом ряду провязываем 36 столбиков без изменения. Вяжем так до конца ряда. Девятый ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой столбик прибавление 1, 2. И так повторяем через каждые 5 столбиков прибавление. В девятом ряду будет 42 столбика.
Вот я маркером отметила, что между 8 и 9 рядами будут располагаться глазки. Но далее продолжаю вязать с 10 по 14 ряд, провязываем по 42 столбика. Вяжем эти ряды. Вот я уже прикрепила глазки на безопасном креплении, и между глазиками 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и там 6 столбик. Я их расположила, еще раз напоминаю, между 8 и 9 рядами. Теперь переходим к 15 ряду. Начиная с 15 ряда, у нас будут убавления в рядах. Вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и вот 6 и 7 столбик захватываем за передние стенки столбики и провязываем убавление. Итак, после каждого 5 столбика вяжем убавление. В 15 ряду будет 36 столбиков. 16 ряд. В 16 ряду провязываем 1 столбик, 2 столбик. В четных рядах я всегда делаю смещение столбиков. И потому провязала 2 столбика. Теперь убавление. Это для того, чтобы убавления не совпадали друг на другом. Далее вяжу 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавление. Вы можете провязывать 4 столбика сразу и убавление, тогда убавки совпадут друг на другом. Я делаю смещение. И 2 столбика, которых вот здесь недостает в начале, буду довязывать в конце. И в 16 ряду у нас получится 30 столбиков. 17 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 и убавление. И так чередуем до конца ряда. 3 столбика убавления. В 17 ряду получится 24 столбика. После 17 ряда я вот наполнила голову игрушки наполнителем, так как отверстие будет сужаться. Теперь вяжем 18 ряд. В 18 ряду провязываем 2 столбика. 1, 2. И после второго столбика убавление. И так вяжем до конца ряда 2 столбика убавления. И в 18 ряду будет 18 столбиков. Вяжем 19 ряд. В 19 ряду провязываем 1 столбик, а в следующий уже вяжем убавление. И так чередуем до конца ряда 1 столбик, в следующий убавление. И в 19 ряду получится 12 столбиков. И теперь с 20 по 23 ряд мы провязываем по 12 столбиков. И не забываем дозаполнять игрушку, потому что отверстие и так уже очень маленькое. Теперь переходим к вязанию тела. Это все, вся деталь вяжется у нас цельно. Это будет 24 ряд. В 24 ряду начинаем делать прибавление. Вяжем 1 столбик, в следующий прибавление. 1, 2. И так вяжем по кругу, столбик в следующий прибавление. В 24 ряду будет 18 столбиков. 25 ряд.
в 25 ряду провязываем 2 столбика, 1, 2 и в третий прибавление. 1 столбик и сюда же вяжем 2 столбик. И так чередуем до конца ряда. В 25 ряду будет 24 столбика. 26 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик прибавление 1. И сюда же провязываем 2. И так чередуем до конца ряда. В 26 ряду получится 30 столбиков. 27 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 прибавление 1 столбик и сюда же 2. Таких прибавлений всего по кругу 6, и в 27 ряду получится 36 столбиков. В 28 ряду по кругу провязываем 36 столбиков. 29 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3. 4, 5, и после 5 столбика прибавление 1 и 2 столбик. Так вяжем по кругу, и в 29 ряду будет 42 столбика. С 30 по 36 ряд провязываем по 42 столбика. Вяжем так по кругу. 37 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика провязываем убавление. 5. Итак, чередуем до конца ряда. После каждого 5 столбика вяжем убавление. И в 37 ряду у нас будет 36 столбиков. 38 ряд. Здесь я провязываю 1 столбик, 2. Деваю маркер. После 2 столбика делаю убавление и вяжу 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавление. Это снова четный ряд. И в этом ряду я сделала смещение убавлений. Недостающие 2 столбика я свяжу в конце. И можете вязать через каждые 4 столбика убавление, и в 38 ряду получится 30 столбиков. Вяжем 39 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. И после 3 убавление. 5. Итак, вяжем до конца ряда. В 39 ряду получится 24 столбика. После 39 ряда я снова набила тело игрушки наполнителем. Теперь вяжем 40 ряд. В 40 ряду снова будем делать убавление. 1 столбик, 2 столбик. После 2 столбика провязываем убавление. Итак, вяжем до конца ряда 2 столбика убавления. В 40 ряду будет 18 столбиков. 41 ряд. 1 столбик. В следующий убавление.
И так вяжем до конца ряда столбик убавления. В 41 ряду будет 12 столбиков. 42 ряд. В 42 ряду в каждый столбик мы делаем убавление. И таких убавлений у нас в этом ряду будет 6 штук. После того, как мы связали вот 6 столбиков, осталось маленькое отверстие. Чтобы его скрыть, мы под каждый столбик, вот за переднюю петельку, захватываем иголкой до того места, откуда мы начинали. И теперь эти все столбики затягиваем и эту нитку прячем в середину изделия. Все. Вот такая деталь для гусенка у нас уже готова. Теперь будем вязать вот такие крылышки. Одно я уже связала, второе будем вязать с вами вместе. Сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем, как обычно, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. И переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4. И так вяжем до конца ряда. Во втором ряду у нас будет 12 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, во второй прибавление. И так вяжем до конца ряда столбик прибавления. В третьем ряду будет 18 столбиков. В четвертом ряду вяжем 18 столбиков без изменений. В пятом ряду вяжем 1 столбик, 2 столбик, а в третий прибавление 1, 2. Так вяжем до конца ряда. В пятом ряду получится 24 столбика. С 6 по 7 ряд провязываем по 24 столбика. 8 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После 6 столбика убавление. Это мы один раз с вами провязали, и еще нужно таких повторений сделать 2 до конца ряда. В 8 ряду получится 21 столбик. 9 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика убавление. Это мы сделали с вами одно убавление. И еще таких повторений должно быть в ряду 2. И в 9 ряду получится 18 столбиков. 10 ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, и после 4 убавление. Так повторяем еще дважды в этом ряду, будет 15 столбиков. 11 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и убавление.
Так повторяем еще два раза в этом ряду, и получится 12 столбиков. 12 ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, и после второго убавление. Так повторяем еще дважды, и в этом ряду будет 9 столбиков. 13 ряд. Вяжем 1 столбик и убавление. Так повторяем еще дважды, в этом ряду получится 6 столбиков. После 13 ряда я отрезаю нить подлиннее, как вы видите, осталось отверстие. Снова, так как мы делали это на основе игрушки, захватываем за переднюю стеночку каждого столбика и затягиваем нить. И теперь эту нить будем выводить в середине для пришивания. Сейчас так затяну. И вот вывела я ее в самом верху, для того, чтобы можно было пришить крылышко, так как мы его будем пришивать вот таким образом. Теперь будем вязать вот такие ножки. Они состоят из двух деталей. Сразу начнем вязать вот такую подошву, а далее свяжем ножку. Для этого я беру оранжевую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. И во втором ряду, как мы уже с вами вязали, в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. И таким образом во втором ряду получится 12 столбиков. В третьем ряду тоже провязываем 12 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 1 столбик, в следующий прибавление. И так чередуем до конца ряда. В четвертом ряду будет 18 столбиков. В пятом ряду провязываем 18 столбиков без изменений. В шестом ряду вяжем 2 столбика, 1, 2, а в третий прибавление. Так вяжем до конца ряда, в шестом ряду будет 24 столбика. Седьмой и восьмой ряд провязываем по 24 столбика. После восьмого ряда деталь слаживаем пополам, не наполняем ее, и начинаем связывать две детали, две половинки, одну и вторую. Столбик без накида. Теперь в следующий столбик, вот захватываем за две половинки, провязываем столбик с накидом. Теперь сюда же провязываем столбик с двумя накидами. Снова столбик с одним накидом. И все это мы провязали в один столбик. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. В следующий столбик будем повторять наше вязание. Столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом. Все эти три столбика провязали мы в один. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в следующий столбик провязываем снова столбик с накидом.
столбик с двумя накидами и столбик снова с одним накидом и столбик без накида. Вот мы провязали такую деталь, ступня у нашей игрушки, и отрезаем нить. Все, этот хвостик прячем. И теперь после вот этой ступни будем вязать саму ножку. Начинаем вязание с белого цвета. Здесь я оставляю нить подлиннее, для того, чтобы можно было потом пришить вот вверх к телу игрушки. И делаю кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываю 7 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кольцо затягиваем. Потом эту ниточку мы выведем на лицо. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы тоже провязываем 7 столбиков по кругу белой пряжи. И вот этот белый хвостик я вывела длинный на лицо. И теперь мы переходим на оранжевую пряжу. Белую будем отрезать. Привязываем оранжевую. Белую вот отрезали. Эти два хвостика свяжем. И по кругу тоже провязываем по 7 столбиков. И всего нам нужно провязать так до 12 ряда, вяжем оранжевым цветом. Вот провязали мы ножку. Всего рядов, начиная от белых и заканчивая оранжевым, получилось 12 рядов. В каждом ряду по 7 столбиков. Теперь берем эти две детали, ступню поворачиваем вот там, где мы вязали с лицевой стороны, прилаживаем вот таким образом ножку и начинаем пришивать по кругу. Две ножки готовы, все пришито. Теперь будем вязать для гуся вот такой хвостик и клюв. Они вяжутся по одной схеме. Потому вот хвостик я уже связала, а клюв будем вязать вместе с вами. Берем оранжевую пряжу, делаем, как обычно, кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Это первый ряд. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. То есть во втором ряду получится 12 столбиков. Довязываем. В третьем ряду снова провязываем 12 столбиков без изменения. В четвертом ряду провязываем в первый столбик, вяжем столбик, во второй прибавление 1, 2 и так вяжем по кругу. В четвертом ряду будет 18 столбиков. В пятом ряду вяжем все без изменения 18 столбиков. В шестом ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, а в третий прибавление. И так вяжем по кругу в каждый третий столбик прибавление. В шестом ряду будет 24 столбика.
В седьмом ряду в каждый столбик провязываем по одному столбику. И будет это 24 столбика. И отрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было пришить. Теперь вот взяли клювик. И я вот так приколола его, как вы видите, очертания треугольника получается. Возле глаз, вот на середину, самая высшая точка. Здесь такие вот углы по бокам, как у треугольника. И вот здесь так закругленно. Вот таким образом прикрепила клювик. Теперь буду пришивать и в ходе пришивания наполнять наполнителем. И вот клювик пришили. Теперь осталось сделать вот такую утяжку. Вот как вы видите. Вот с одной и со второй стороны. Чтоб носик был похож на клювик, как у гуся. Для этого мы берем иголку с ниткой оранжевого цвета и прокалываем, смотрим вверху, приблизительно вот в этих местах, вот два, даже один столбик, прокалываем, оставляем хвостик, здесь захватываем вот на один столбик отступаем и так само со второй стороны выводим иголку с расстоянием на один столбик и вот так утягиваем, завязываем узелок один и так подтягиваем. Вот клювик уже сформировался. Так, смотрим, что нам все нравится, и завязываем после второй узелок. Так, теперь эти две ниточки прячем вовнутрь клювика. После того, как вот мы пришили и сделали утяжку клювику, и прилаживаем крылышки. Вот таким образом я приложила с маленьким наклоном вниз. И буду их пришивать вот по контуру и где-то вот до этих пор. Так само и второе крылышко. Теперь я приколола вот ножки. Если отсчитывать снизу, то это где-то на уровне седьмого ряда. Прикалываем так ножки и пришиваем их. После того, как пришили ножки, сзади прикрепляем хвостик и, конечно же, наполняем его наполнителем и пришиваем. И вот игрушка готова. Вот смотрите, со всех сторон очень красивый гусенок у нас с вами получился. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!